городскую клиническую больницу номер 11 обратились 13 пострадавших во время вчерашнего бунта в исправительной колонии. Все они работники пенитенциарной системы. Информация о пострадавших заключенных к этому моменту пока нет. Большинство пациентов обратились с ушибами и переломами. Двое получили серьезные травмы головы и до сих пор находятся в больнице. 11 амбулаторных и двоих мы госпитализировали. Госпитализировали пациента с переломом основания черепа с ушибом мозга, а второй пациент с скальпированной раной головы и с закрытой черепно-мозговой травмой. Все остальные пациенты амбулаторные, в основном все с ушибами. У троих констатирована закрытая черепно-мозговая травма с сотрясением мозга, а и двоих с переломом у одного пальца, у второго перелом наружного диска без смещения. По большому счету, на сегодняшний день в больнице находящихся два пациента стабильные, прогноз благоприятный. Вчера в 51-й колонии в водопроводном переулке вспыхнул бунт. Заключенные протестовали против условий содержания, устроили пожар и захватили одно из помещений учреждения. Бунт подавили, однако сотрудники колонии получили травмы разной степени тяжести. На территории исправительного учреждения введен особый режим. Временно отменены свидания с осужденными и посещения колонии журналистами. На какой срок введен особый режим, не сообщается. Также стало известно, что Госбюро расследования открыло производство по факту служебной халатности сотрудников колонии. По мнению следователей, причиной бунта стали ненадлежащие условия содержания осужденных, в том числе низкое качество пищи в учреждении.